В станице Северской вспомнили события военных лет. Мероприятие, приуроченное годовщине снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года, прошло для школьников в Доме культуры станицы Северской. Перед началом встречи каждый желающий смог познакомиться с выставкой детских творческих работ «Мир без войны», приуроченной к юбилейному году Победы. На мероприятии ребятам рассказали о блокаде Ленинграда, продемонстрировали сохранившиеся фотографии свидетелей тех тяжелых дней. Лариса Забырько прочитала свои стихи, посвященные детским воспоминаниям о войне. Что я помню теперь о военных годах, как подбросил меня высоко-высоко, уходя на войну мой брат. Сразу письма писал, а потом перестал. Дома тихо, невесело стало, не шутила сестра, часто плакала мать, а отец валерьянку в стаканчик. Все капало. В конце встречи детям раздали символичные 125 грамм хлеба в память о блокадных днях.